Хвостик и носик спутали время года и проснулись. Бурые медведи, обитатели Центра помощи животным Велес, из-за теплой погоды вышли из зимней спячки и отправились на прогулку. Впрочем, короткую. Косолапые быстро поняли, что еще зима, и вернулись в берлогу спать дальше. Но перед этим немного пообщались с сотрудниками приюта. Дай нос поклажу, дай нос поклажу. Ты мой хороший, ты мой сладкий, ты мой сладкий, ты мой хороший. Спать идите. Впрочем, полакомиться чем-нибудь у медведей не получилось. Сотрудники зверинца говорят, если их покормить, звери могут вообще больше не лечь спать. В дикой природе они выходят из спячки в конце марта, середине апреля, в зависимости от погоды.